І так, ми продовжуємо програму, а точніше розпочинаємо спілкування із нашою ранковою гостею Олександрою Годун. Сьогодні в нас в гостях власниця приватної пекарні. Ну і людина, яка точно 100% знає, яким має бути ранок корисний для шлунку. Вітаю тебе. Вітаю. Дякую, що зранку з нами. Отже, що ми сьогодні будемо готувати? Як правильно називається ця страва? Називаємо так. Правильно називається гранола. Кто-то хочет называть ее гранола. Вот. Это полезный... Самое главное, правильно приготовить. Да. Здесь очень все просто, на самом деле. Угу. Ингредиенты очень простые. Важна очень пропорция. И соблюдать пару важных моментов при приготовлении. Это традиционный, угу, можно сказать, американский завтрак или перекус. Угу, даже так. То есть можно всем, деткам, взрослым, нет, да, разницы. Да. Что нам нужно для того, чтобы приготовить? Я частично так ингредиенты понимаю, что, угу, частично не понимаю, что это. Основная угу, масса – это овсяные хлопья. Да, но вот я на них смотрю, они какие-то не такие, как овсяные хлопья. Да, необычные. Они сладенькие, хрустящие. Все, стали. Я понял, то есть карамелизованные, да? Да, они карамелизированные благодаря меду. Угу. То есть основа – это овсяные хлопья. Угу. Мед, сливочное масло, угу, кто-то сок лимона может добавить, и это запекается. Угу. Вот. А уже все нотки, которые уже по вкусу каждому человеку разные, можно добавлять в конце. Это ягоды, либо сухофрукты, орешки. Угу. Я понял. То есть основное для приготовления – это все-таки вот эти правильно приготовленные хлопья. Их, да, можно где-то приобрести овсяные, уже готовые? Ну, конечно, в супермаркетах продаются готовые уже снеки, но там могут быть различные добавки. То есть, угу, в принципе, дома, можно то, что вы дома, вы к самому приготовите, да, не будет уступать по вкусу. Угу. Ну что ж, я думаю, что стоит приступать, параллельно будем еще говорить о том, как же начинать правильно свое утро. Будем как-то готовить, мешать, смешивать. Это уже готовый вариант, я просто, угу, расскажу, как ее приготовить. Угу. И так как для ее приготовления нужна духовка, я, угу, расскажу, и мы покажем готовый вариант, и ты попробуешь. Ну я только за, ты думаешь, чего я так спешу, потому что хочется ж попробовать. Для приготовления нужна, mm-hmm, пропорция такая средняя. Вообще рецептов в интернете очень много. Ну вот я на это сейчас и попал, очень много рецептов. Да, я сама, когда искала свой любимый, я очень много перечитала, mm-hmm, вот, перепробовала, и на то, на чем я остановилась, это пропорции такие средние, mm-hmm, расскажу. 400 либо 500 грамм хлопьев овсяных, они не должны быть, овсянка, которая быстро запаривается, mm-hmm, да, для быстрого завтрака. Это не та овсянка, должна быть настоящая овсянка, чистая, mm-hmm, что есть разные овсяные хлопья, которые продаются, они, mm-hmm, могут быть с добавлением каких-то... лишних ингредиентов, скажем так. Ну да, поэтому я пока буду параллельно насыпать. Да, есть, то есть дальше почти 500 грамм, да, это мы берем? Взяли, да, овсянку, сливочное масло, угу, тоже 50-100 грамм, то, угу, есть это уже зависит, ну, как бы, кто какую жирность принимает. Угу. Мед, также 150, угу, грамм. Мед карамелизирует, он делает эту овсянку хрустящей, угу, и сладкой. То есть здесь нет сахара, и это классно для тех, кто не ест сахар. Ну и плюс для детей все-таки, если мы готовим. Да, да, для детей вообще идеально. То есть здесь никакой химии, здесь ничего, угу, нет совершенно. Здесь есть специи. Я добавляю, можно добавить ванильный сахар и корицу. Угу. Вот. Опять-таки, кто любит гвоздику и так далее, это уже такие очень... личные восприятия, угу, можно добавлять. Можно, но добавить, корица, да? Очень классно здесь, да, играет роль. А затем мы мед, сахар, точнее мед, сливочное масло, специи, мы их перемешиваем. Угу. Можно это сделать, нагреть в микроволновке. Главное не довести до кипения. Можно на огне нагреть, угу, чтобы просто растопился мед, чтобы оно стало однородным. И соединяем это все с хлопьями. Угу. Затем мы перемешиваем аккуратно, желательно такой резиновой спатулой, лопаточкой, угу, для того, чтобы не повредить зерна, чтобы они ну, овсянка остались в том, ну, как бы, да, красивее, же, да, просто, угу, будет презентабельность ее потом. И выкладываем на противень, застелить пергаментом желательно, угу, потому что из-за меда она может прилипать, просто это хозяйчикам на заметку. Вот. И таким плоским шаром выстилаем всю эту смесь. Выпекать зависит здесь от духовки, то есть от 140 градусов до, угу, 160 или 170, это и у кого мощность. По времени, опять-таки, тоже
варьируется 30-40, у кого-то может до 50 минут доходить. А как понять, что оно вот готово уже? Самый важный момент, ее каждые 10 минут доставать и перемешивать. Не давать остывать или нет разницы? Нет, вот она в процессе ее готовки в духовке, важно ее перемешивать каждые 10 минут для того, чтобы она потом была рассыпчатая. Потому что из-за масла и меда она таким, как коржом батончик большим, да, она вот схватывается, и когда ты ее перемешиваешь, в итоге она потом рассыпчатая. И затем она потом золотистый красивый цвет приобретает, потому что такая овсянка, она беленькая практически, светленькая. Благодаря меду мед и корице. Свое, да, дело. Меду и корице, да, она такая красивая золотистая получается. И по истечению срока, то есть, в общем-то, если разные духовки, да, по мощности, можно ориентироваться на ее цвет. Вот, и она более такая становится, но она не сразу хрустящая. То есть мы ее вынимаем, когда она уже, да, приготовилась. Даем остыть. По мере остывания, да, она застывает, становится хрустящая. То есть поначалу она может даже показаться влажной, потому что там влага была. Вот. Но по мере ее остывания она становится потом уже хрустящая и сладкая. Я понял. Так, ну у нас уже готово, я так вижу, что это уже перемешку и с орехами, и с изюмом. Да, вот, кстати, важный момент насчет орехов. Если вы хотите с орехами ее приготовить, их желательно либо... мы их подробили, да, до нужного состояния, прогреть их на сковородке немножко, либо... То есть просушить чуть-чуть. Просушить. Либо сразу можно, как быстрый вариант, особо это не влияет на их такую хрустящую консистенцию, можно сразу, как только мы заготовили овсянку, да, можно сразу их высыпать. И уже подробленные, да, ну, для приятного размера. То есть сразу готовить уже с овсянкой? Да. В то духовке? Есть, можно сразу в духовке, можно заранее немножко их подсушить. Вот. А уже после того, как гранула готова, она остыла, то можно взять сухофрукты. Опять-таки, кто-то любит цукаты, кто-то изюм, кто-то не любит изюм, клюква. То есть в общем, это уже по личному выбору? Как да, уже. Да. То есть... можно шоколадную крошку сделать. То есть, я смотрю, у тебя тут такой микс прям такой. Да, мне здесь микс, я очень люблю клюкву просто. И здесь вот она у меня хранится вместе с изюмом. Я посмотрю, что же тут у нас такого много вкусного и красивого. Но я так понимаю, что это все уже есть, а да? Нет, здесь еще ничего нет. А, еще ничего. То есть, здесь только орехи и гранула, да. Мы в конце берем по своему вкусу, уже она остыла, мы перемешали с какими-то ягодами. Если это лето, кстати, то можно использовать свежие фрукты? Очень вкусно, да. Ну, не в перемешку, можно сверху. Вот, например, мы уже насыпали в свою мисочку утром, проснулись, гранулу сухофруктами, без сухофруктов. Ее, кстати, подают с йогуртом, либо кто-то любит даже с молоком. Вот. Просто в молоке пожелание. Она может немножко быстрее повлажнить, стать мягкой, ну, если долго ее держать там. Я так понимаю, что весь вкус, скажем так, в том, что она хрустящая. Да, вот это как бы ее отличительная черта. И то, о чем ходят легенды. Ну что ж, я предлагаю тогда начинать уже, да, готовить, что там нужно. Я так понимаю, эта баночка в моих руках тоже нужна. Да, например, мы сюда добавим изюм. Можно вообще это все перемешать. А как по поводу, это, соответственно, там сухофрукты и так далее, а если свежие фрукты? Да, если свежие, то перемешивать не нужно их вместе с гранулой. Просто как украшение. Это уже как украшение, это будет как дополнительные нотки, и очень вкусно, ну, классно это летом. Например, мы насыпали, взяли и любимый йогурт, или, ну, с йогуртом, я хочу сказать... очень вкусно. Я очень намного лучше, чем с молоком, да? Да. Конечно, как классно. Как раз для таких, как я, которые не любят молоко. Да, и очень классно, если кто-то готовит йогурт дома сам. Даже если этот йогурт будет не сладкий, то... ложечку сюда. А даже если этот йогурт будет не сладкий, а такой настоящий, то сладость будет исходить из гранулы, можно сказать. От меда. Перемешивать нужно или можно вот так время от времени добавляя просто? Просто по желанию. Если ее перемешать, она, если долго она находится в тарелочке, вы медленно кушаете, то она просто может набраться влажнее. Делая, скажем так, подводя итог, с утра для ребенка все, что необходимо, если мы готовим завтрак, да, это уже готовый вот такой продукт, его можно заготовить, он не портится, если там на неделю. Да, то есть он спокойно вообще две и больше недель, если он герметично упакован, он может больше двух недель хранить, с ним ничего не случается. И все, и уже перед подачей, скажем так, на стол в руки ребенку надо просто добавить йогурта. Да, йогурта или молока. Мой сын очень любит, даже просто без йогурта, с йогуртом очень любит ее кушать. Ну что ж, надеемся,
надеемся теперь, друзья, что вы будете готовить это блюдо, тем более, что его просто уже все как за честь имеют, все кафе Николаева включили в свое меню. Мы тоже сегодня научились готовить, так что будьте здоровы, кушайте правильно, с утра очень сытно, самое главное. Спасибо большое за сегодняшний визит в нашу студию, за спасибо. Такой вот рецепт. Нагадую еще раз нашим телеглядачам, что сегодня спілкувалися з Олександрою Годун, людиною, яка знає, як правильно прокидатися зранку, та власницею приватної пекарні. Ну що ж, а я з дозволу твого спробую. А ми, друзі, рухаємося далі.